помилует и спасет нас, яко благ. Первого сентября при храме Рождества Христова после божественной литургии состоялась торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. В этом году Русская Православная Школа отмечает свой 25-летний юбилей. Буду я учиться строго только на одни пятерки. На линейке первоклассникам были вручены памятные подарки. Всю торжественную часть линейки своими выступлениями украсили хореографический ансамбль школы «Рождественские звездочки». Мне так хотелось позвонить в звонок или хотя бы просто в руках его подержать. Так теперь у каждого первоклассника есть свой колокольчик, в который он может позвонить, когда будет звучать главный школьный колокол. По завершению старшеклассники выпустили в небо белого голубя, символ мира и духовной радости.